Я заслужу любовь гарантированно. Сайт знакомств? У меня было 986 разных свиданий, и ни одно из них не привело к любви. 986 свиданий с... настоящими женщинами? Сайт знакомств? Это для дела. Это клиент. Симпатичный. Мерзкий. Легко нам точно не придется. Интернет-знакомства могут быть такими унизительными. Не знаю, я не пробовала. Что? Ты не можешь выиграть дело, в котором не разбираешься. Нам нужно зарегистрировать себя. Ради дела. У меня было два свидания, одна неявка, и я уже без сил. Серьезно? Не знаю, как Ник справился. Это и полезно, и слегка пугает, что вы тщательно задокументировали все свидания. Та, что весь вечер говорила о кошках? Да, а у самой кошки не было. Та, что напилась и подралась с официантом? В итоге досталась мне. Та, что привела родителей на свидание? Ее отец классный, зря не взял его номер. Этой платформой владеет никто иной, как Тамара Тейлор. У нас есть дело, и вы это знаете. Ну, а у меня миллиардная империя. Сказать, почему я нанял Сьюзан? Ник, нет. У нее есть характер и принципы, а еще чувство порядочности. Увидимся в суде. Бум. Они пялятся на нас. Да, все. Надо было идти по лестнице. Да. Привет. Хотела узнать, не хочешь ли ты обсудить пару вещей? Ты еще работаешь? И что? Ты просто ненормальная. Ты называешь все свои свидания. Как бы ты назвал меня? Та, которую я не ожидал. Сьюзан не такая, как все. Именно. В любви нет никаких гарантий, Ник. Разве не в этом смысл? Какую цену вы бы заплатили, чтобы найти любовь? Влюбиться не страшно. Страшно не влюбиться. Любовь гарантирована.